просто, смотрите, я себе сделала очень толстым и еще очень большую голову. У меня просто рука такая тонкая, что она даже в крестик превращается. Всем привет! Сегодня я вам покажу секретное место для получения бесплатного самонаводящегося гарпуна. И также покажу секрет с конфетами. Приступаем. Сначала заходим в розовую команду. И у нас здесь рядышком находится вот эта пирамида. Рядом с этой пирамидой есть это секретное место. Берем карту, и нам нужно покопать рядом с этой дорогой, вот здесь. И здесь нам дают самонаводящийся гарпун. Теперь я вам расскажу про секрет с конфетами. Этот секрет работает только с красной и синей конфетой. С помощью отвертки их можно настраивать. У красной конфетки первый показатель — это голова. Если я просто съем красную конфетку, то я увеличусь в 2 раза. А если я показатель головы сделаю, ставлю на 1 и съем, то у меня голова станет обычной. Теперь давайте изменим второй показатель. Второй показатель отвечает за нашу толщину. Сейчас я худой, если поставить на единицу, а если поставить на 2, то мы станем еще толще. Теперь третий показатель. Третий показатель — это ширина. Сейчас я стал очень узким. И четвертый показатель, последний, это высота. Если я поставлю его на 1, то я очень сильно сплющусь. Теперь, что есть у синей конфетки? У синей конфетки все наоборот. Самый нижний показатель — это у нас голова. Самый верхний показатель у нас изменяет нашу ширину. Вот сейчас я стал очень толстым, потому что поставил на 1. Теперь следующий показатель, второй, это у нас высота. И третий показатель — это наша ширина. Берем конфетку, становлюсь очень-очень-очень широким. Ну, как я вам говорил, четвертый показатель — это голова. С помощью всего этого можно очень много чего сделать. Например, изменить голову и также ширину, толщину. Мы станем очень толстым и с большой головой. Также есть один такой баг. Некоторые о нем уже знают, но некоторые не знают, что если поставить стульчик и сесть на него, далее удалить стульчик и заново поставить, то мы станем очень мелким. Так вот, можно сделать себя очень низким. Даже конфетка так не может. Смотрите, я себе сделала очень толстым и еще очень большую голову. У меня просто рука такая тонкая, что она даже в крестик превращается. У меня ботинка даже не видно. Ой, что у меня за птичка? Ладно, про птичку не будем говорить. О, такой у меня толстый и такой красивый меч получился. Но голова только не изменяется. На этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Гейн, всем пока.